Привет, друзья! Вы на канале «Метание ножей». И сегодня вас ждет большой репортаж со второго турнира по безоборотному метанию памяти Юрия Федина. Я не ошибусь, если назову этот турнир неофициальным чемпионатом России по безоборотке. По уровню организации, состава участников и показанным результатам, возможно, это будет один из самых сильных чемпионатов даже в Европе в дисциплине безоборотное метание. В этом году в турнире приняли участие спортсмены из Украины и даже Финляндии. А сам чемпионат, в отличие от прошлогоднего, прошел в 2 дня и были задействованы 4 дисциплины. Но давайте обо всем по порядку. Всего были разыграны 4 комплекта наград у женщин и 4 у мужчин. И еще плюс 1 комплект наград в первой лиге, где выступали новички. В первый день соревнований спортсмены состязались в упражнении на точность и на дальность броска. Самое первое упражнение – так называемая американка, где спортсмены метали по 3 мишеням с разных дистанций. Мужчины выступали в зачете 3, 4, 5, 6 и 7 метров. Это полностью соответствует всем международным стандартам. Женщины выступали на дистанциях 3, 4 и 5 метров. Новички выступали на дистанции 3 и 4 метров. А главным сюрпризом турнира стало выступление спортсмена из Финляндии Джоэла Холопайна, который выиграл упражнение на точность и взял золотую медаль. Майк Холопайн Джоэл, Финляндия. Winner Cup. У женщин сильнейшей спортсменкой стала Диана Египко из Санкт-Петербурга. Конечно же, мы ее искренне поздравляем. Результатом 640 очков занимает Египко Диана, город Санкт-Петербург. А первую лигу выиграл Максим Юрков из Рязани. Первое место с результатом 520 очков занимает Юрков Максим, город Рязань. Мы давно следим за результатами этого молодого спортсмена и, конечно же, тоже искренне его поздравляем. Второй комплект наград, разыгранный в первый день соревнований, был в дисциплине упражнений на дальность. И снова Джоэл Холопайнен из Финляндии показал свой высокий класс метателя-безоборотчика. Он поразил мишень с 15 метров. Он также воткнул нож из 16 метров, но не попал в мишень, и судьи не засчитали ему этот бросок. Но официальный рекорд России был установлен – 15 метров 0,1 сантиметр. Что ж, ориентир задан,
для следующих соревнований и для поколений следующих метателей. Будем добиваться и достигать этого результата. Ну а в женском разряде свой чемпионский статус подтвердила Ольга Федина. Она улучшила свой результат прошлого года и поразила мишень с расстояния 10 метров 42 сантиметра. Тоже, между прочим, новый рекорд России у женщин. Ну и, конечно же, мы искренне поздравляем Ольгу и надеемся, что она будет и дальше прогрессировать и радовать нас своими результатами. Вообще, на этом турнире было побито много рекордов, и показанные результаты заметно отличающиеся от достижений прошлых лет. Я лично установил 2 своих личных рекорда, но пока этого было недостаточно, чтобы выигрывать в классических дисциплинах у лучших спортсменов России. Что ж, будем тренироваться. Тем более, что возможности для этого есть. А для вас, мои зрители, я подготовил сюрприз. В эту студию мне удалось заманить Джоэла Халапанина между первым и вторым днем соревнований и попросить его поделиться секретами, как ему удалось, фактически тренируясь в одиночку, без клуба, без тренера, завоевать 2 медали на таком крупном и почетном турнире по безоборотному метанию. Привет, друзья! Вы на канале «Метание ножей». Сегодня мы отыграли первый день соревнований по безоборотный турнир памяти Юрия Федина. И у нас в гостях Джоэл Халапанин, который вчера завоевал 2 золотых медали. Первый раз человек приехал в Россию и первый раз в жизни участвовал на соревнованиях. Но, конечно же, он работал, и если кто видел его видео на Фейсбуке, человек пахал, человек пашет. Сегодня я его позвал сюда, чтобы задать несколько вопросов, чтобы узнать, как так человек приезжает на соревнования и выигрывает всех, в том числе и людей, которые перед этим завоевывали медали чемпионата Европы и даже чемпионатов мира. Hi, Joel. Hello. Sorry, I introduced in Russian for Russian auditory. Thank you very much for visiting Russia. It was very nice to meet you. We saw a lot of videos on Facebook and it was impressive how you throw 14 meters, 15 meters, and yesterday I had a chance to see it in real life. What is your impression about Russia, about Yuri Fedin tournament, about the Russian team? This was a very nice event, and I especially like the atmosphere, and people were very nice, and the best day ever. You got 2 gold medals, guys. There are 2 gold medals. One of walk back, 3, 4, 5, 7 meters no spin, and the second one is longest farthest distance. Joel, how you reach this result? What is your training program? How you train on weekly base or daily base, or what do you do? I have trained about 12 hours per week, many months. And 12 hours per week, so yeah. How many days, how often do you have a training session? Every day? Almost every day, about 2 hours, 3 hours. 2 hours every day. Hi guys, 2 or 3 hours throwing every day and you will be a champion. That's a good secret from Joel. There are some rest days, but usually I throw every day. Yeah. Thank you. Something else? There was a point in my practice where the throwing didn't feel
fun at all anymore. But then I just kept pushing, and I forced myself to practice, and that was the most important thing of this whole thing. So the biggest opponent of every athlete is the athlete himself or herself. You know, you must win yourself. So you fight against you. Yeah. Exactly. Okay, today we have a second day of competition. Stay with us. Thank you. Bye-bye. Пока. Во второй день турнира были разыграны комплекты наград в нестандартных дисциплинах, таких как интуитив и дуэль. В отличие от первого дня, где опытным метателям помогли домашние наработки и профессионализм, в упражнениях интуитив всех участников поставили в равные условия. Метание велось с неизвестных дистанций, фактически вслепую, в коридоре между 3 и 6 метрами, и неизвестными ножами. Организаторы подобрали ножи так, что размер ножа был от самых маленьких до самых больших, кривизна, закругление ножей, форма ножей были абсолютно разные. Я бы сказал, некоторые ножи были очень неудобные для безоборотного метания, и очень многие метатели даже не могли их воткнуть, не говоря уже о попадании в мишень, конкретно в цель. Ну что ж, тем было интереснее. Но справедливости ради нужно отметить, что все были поставлены в равные условия. По жребию организаторы отобрали набор ножей, и все метали с одних и тех же дистанций одним и тем же набором ножей. Я очень рад, что мне удалось завоевать бронзовую медаль в этом непростом, но очень интересном упражнении. Было очень приятно остаться в призерах в такой замечательной компании профессиональных, я бы даже сказал, метателей. А победителем в дисциплине интуитив стал Герасимов Сергей, с чем мы его, конечно же, искренне поздравляем. Результатом 210 очков занимает Герасимов Сергей. 210! У женщин победительницей в данном упражнении стала Венера Дмитриева, которая подтвердила свой статус одной из сильнейших метательниц России. Завершением турнира стало упражнение «Дуэль». Это красивейшее упражнение на скорость, технику и стальные нервы никого не оставит равнодушным. Нож в ножнах, рука на шее и менее 1 секунды на то, чтобы поразить мишень, я вам скажу, это очень непростое испытание. А титул самого быстрого взял Сергей Федосенко. Он еще раз показал, что в упражнениях на скорость на данный момент ему нет равных. Хотя финальные серии показали, что у Сергея в ближайшем времени будут очень достойные конкуренты. Первое место. Бесспорный наш чемпион
на скоростное метание Федосенко Сергеевича. Ну а у женщин самой быстрой стала Диана Египко и увезла в Санкт-Петербург второе золото, с чем мы ее, конечно же, еще раз поздравляем. Первое место. Египко Диана, город Санкт-Петербург. Ну и в конце мне удалось поговорить с Артемом Дмитриевым и Ольгой Фединой и узнать их впечатления. Ребят, привет! Привет. Спасибо за организацию такого классного турнира. Это второй турнир по безоборотному метанию в памяти Юрия Федина. С нами Оля Федина, Артем Дмитриев, организаторы этого турнира. И победители, и призеры по разным дисциплинам. Очень приятно опять поучаствовать. Второй год проводится. Артем, расскажи, в чем разница между первым турниром и вторым? Разница огромная, потому что в этот раз нас посетили иностранные гости. То есть приехал Джоэль, он приехал из Финляндии. Да? Из Финляндии, да, был Джоэль. Вот. Он занял первые места, то есть это у нас теперь статус международного турнира получается. Вот. И число участников, число регионов по стране, то есть довольно велико, очень, очень насыщенный, очень, соответственно... Я заметил, что уровень к подготовке уровень очень вырос. Вырос на порядок по сравнению с прошлым годом. Это показали и дальние броски, это и показала классика работы на точность. Мы ввели в этот раз две новых дисциплины, это дуэль и интуитив, работа разными ножами с разных дистанций. Вот, все участники показали высочайший уровень, ну, собственно говоря, этого и следовало ожидать, потому что собрались все сильнейшие, все, ну, за редким исключением. Спасибо, Артем. А, Оля, твои впечатления какие? Ну, турнир проводился в 2 дня, то есть это уже показатель, да? То есть мы не вместились в один день. Да, он стал больше по дисциплине. Стал больше, да. Народу не убавилось, это очень приятно. То, что в такой памятный день папу помнят и приезжают. Спасибо вам, ребят. Еще раз. Тебе спасибо и за участие. Вот, да. Дмитрий у нас занял призовое место. Да, мое первое. В сложнейшем упражнении. То первое есть достижение это мое. Метание. Разными ножами, с разных дистанций неизвестных. Вот, я очень рад за него. Третье место, молодец, поздравляем. Это мое первое достижение метания, особенно безоборотного. Это очень серьезно. Очень приятно на таком серьезном турнире, да. И ждем третьего турнира вообще ежегодного. Я не думаю, что он будет проводиться в 3 дня. Ну, мне не нужно в 3, сделайте в 2. Мы сделаем в 2, но будем более качественно. Мне очень понравилось. И я Джоэл Холопайнен из Финляндии сказал, что в этом году, ну, в прошлом году не было, но в этом году ему очень понравилось. И доволен. Ну, вот мы очень хотели бы, конечно, еще увидеть у нас Адама Челодина, легендарного, известного метателя. Вот. Я очень надеюсь, что в следующий раз, в следующем году, он сумеет посетить турнир, сумеет до нас добраться. Да и не только Адам, и других иностранцев. Да. Будем надеяться. Ладно? Будем надеяться. Все. Спасибо, ребят. Еще раз, сейчас награждение, времени мало. Ага. Всем нашим подписчикам и всем, кто нас смотрит, привет. Принимайте участие. Метайте без оборота, но кому не очень нравится, хотя бы в оборот. И присоединяйтесь к нам. А кому не нравится всем... метание, просто приходите и болейте приходите за других. Да. Всем пока. Пока. А на этом все на сегодня. Хочется пожелать организаторам, чтобы у них хватило возможностей и желания развивать этот турнир и выводить его на международный уровень. А вы подписывайтесь на этот канал, чтобы оставаться в курсе новостей из мира метания. И заходите на наш сайт throwingnice.ru. Все о метании и все для метания. Кстати, теперь мы присутствуем и в Instagram, куда я выкладываю всякие новости и фотографии, которые не попадают на YouTube-канал. Заходите, подписывайтесь и будьте всегда в курсе того, что происходит. Теперь точно все. Всем пока!